Сегодня на сессии Горсовета депутаты утвердили дату выборов мэра Новосибирска. Они пройдут 8 сентября в единый день голосования. Это решение поддержало большинство народных избранников. В Сибирском федеральном округе Новосибирская область занимает первое место, а основной составляющей Новосибирской области является город Новосибирск. Поэтому все показатели, которые есть, в том числе и статистически различные, они с учетом позиции города Новосибирск. Поэтому я еще раз говорю, я работу действующего мэра оцениваю больше положительно. И, наверное, из тех предполагаемых кандидатов, которые пойдут на выборы в сентябре 2019 года, мое предпочтение в адрес мэра, действующего мэра города. С завтрашнего дня в Новосибирске официально стартует избирательная кампания. Кандидаты на пост главы города могут подавать документы в горосбирком. Выборы мэра пройдут в один тур. О своем желании баллотироваться уже заявили несколько человек. Среди них действующий мэр Анатолий Локоть. Он поблагодарил депутатов за совместную работу и результаты, которых удалось добиться за 5 лет. То, что мы в этих непростых очень условиях научились работать совместно, координировать наши действия, добиваться результата по городу Новосибирску, это говорит о том, что мы достигли хорошего очень уровня. Я не скажу взаимопонимания, это, наверное, всегда не будет, но координация действий, вот это крайне важно. И вот именно за это я хочу вас искренне по-человечески поблагодарить. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!